Уважаемые коллеги, мы продолжаем наш обучающий курс по экскурсионному отдыху в Европе. Сегодня мы расскажем вам о том, как бронировать различные экскурсионные маршруты на нашей новой платформе, которая располагается по адресу www.pak.ru. Зовут меня Юлиана Потапова. Сегодня я вам проведу обучающий курс о том, как забронировать тот или иной экскурсионный маршрут на нашей новой платформе. Наш новый сайт pak.ru отличает... Все сначала. Уважаемые коллеги, мы продолжаем наш обучающий проект «Экскурсионные туры в Европе». Сегодня мы с вами рассмотрим особенности и возможности бронирования экскурсионных туров на нашей новой платформе. Зовут меня Юлиана Потапова, я являюсь руководителем отдела индивидуального бронирования PakWorld. Наша новая платформа отличается от предыдущего варианта большим набором различных преимуществ. Во-первых, это единая платформа поиска и бронирования различных услуг по всему миру. Мы предлагаем вам воспользоваться удобным, умным, динамическим пакетированием. Мы на новой платформе реализовали единый личный кабинет с расширенным функционалом и предлагаем вам воспользоваться и оценить наш прогрессивный модный дизайн. Итак, коллеги, для того, чтобы перейти к поиску и бронированию экскурсионных маршрутов, мы заходим на стартовую страничку pak.ru, и первое, что мы предлагаем вам сделать, это пройти авторизацию. Для этого в правом верхнем углу мы нажимаем на активную ссылочку «Войти», затем вводим логин и пароль в соответствующих строках авторизации. И в правом верхнем углу, там, где мы видели с вами кнопочку «Войти», мы видим название своего агентства. Для перехода к поиску и бронированию экскурсионных туров следует воспользоваться меню навигации, расположенное слева на вашем экране. Если вы нажмете просто на надпись «Туры», вы сразу же перейдете к поиску и бронированию различных экскурсионных маршрутов, различных групповых туров. Если вы хотели бы ознакомиться с более подробной информацией о тех турах, которые представлены на нашем сайте, вы можете воспользоваться всплывающим окошечком. Оно такого рыжего цвета появляется рядом с меню навигации. Как только вы нажимаете на поиск и бронирование туров, вы переходите непосредственно к блоку поиска. А сегодня мы с вами рассмотрим различные возможности, которые предлагает вам наша новая платформа. Первое, с чего мы с вами начнем, это, конечно же, выберем город вылета, затем выберем конкретный тур, который нам нужен. В данном случае мы с вами рассматриваем экскурсионные туры, то есть экскурсионные маршруты. Следующее, что нам необходимо сделать, это выбрать даты путешествия, даты начала тура, когда бы наши клиенты хотели бы отправиться в тот или иной экскурсионный маршрут. Сейчас мы с вами рассмотрим два кейса. Первый кейс, на который мы обратим внимание, это... кейс, когда к нам пришли с вами клиенты, и они не определились со страной, в которую хотели бы поехать. Все, что им нужно, это экскурсионный маршрут, допустим, самый бюджетный по стоимости, либо самый насыщенный по наполнению. Для того, чтобы нам перейти к поиску и бронированию такого маршрута, нам необходимо выбрать с вами вид результата поиска программы и нажать на кнопку «Подобрать». После чего в результатах поиска вы увидите все многообразие маршрутов, которые можно предложить вашим клиентам. Это маршруты, которые подобраны абсолютно по всем странам, которые предлагает вам компания PAK Group с учетом города вылета и даты начала тура, которую вы установили непосредственно в заданных параметрах поиска. Для того, чтобы ознакомиться с количеством экскурсий, включенных в стоимость, и также посмотреть дополнительные возможности экскурсионной программы, все, что вам нужно, это навести мышкой на выбранную вами экскурсионную программу. Таким образом, на месте картинки для экскурсионной программы появится такое затемнение, где вы сможете ознакомиться уже с количеством экскурсий, включенных в стоимость, и количеством дополнительных экскурсий. Таким образом, мы с вами можем для клиента предложить все многообразие экскурсионных туров по всем маршрутам, которые предлагает вам компания PAK Group. Нам не нужно привязываться к одной конкретной стране. Мы можем вывести все экскурсионные туры по всем имеющимся в наличии странам.
Следующий кейс, который мы с вами разберем, это кейс, когда к нам пришли с вами туристы. У них есть определенные параметры. Мы с вами разберем возможность поиска и бронирования экскурсионных маршрутов по тем критериям, которые задает нам клиент. Мы также с вами выбираем город Вита, затем с вами выбираем экскурсионные туры. Следующее, что нам необходимо сделать, это выбрать страну, которую нам задал клиент. Мы с вами рассмотрим экскурсионные маршруты на примере итальянской экскурсионки, итальянских экскурсионных туров. Далее мы выбираем предполагаемые даты путешествия. Следующий наш шаг – это выбор количества ночей в туре. Далее мы с вами выбираем количество человек. В случае, если у вас путешествуют взрослые плюс дети, обратите, пожалуйста, внимание, что при выборе ребенка у вас появляется дополнительное окошко, куда необходимо ввести возраст вашего дитя. Затем мы с вами, как только внесли возраст, сразу же нажимаем либо на кнопку Enter, либо нажимаем на кнопочку OK, которая располагается в том же самом поле, где мы вводили возраст ребенка. Таким образом, система корректно воспримет возраст нашего маленького туриста. Следующее, что мы с вами можем сделать, это определить звездность отелей, в которые будут размещаться туристы во время путешествия по выбранной программе. Далее мы можем выбрать конкретный тип питания, который удовлетворяет запросам вашего клиента. Следующее, мы можем с вами определить насыщенность программы. Это особенности программы, где мы устанавливаем фильтр «насыщенная программа», то есть это огромное количество городов, которые в рамках одного тура туристы смогут посетить, о которых смогут узнать. Далее мы нажимаем на кнопку «Подобрать» и получаем результаты поиска. Обратите, пожалуйста, внимание, что когда мы с вами рассматривали тур без конкретизации страны, мы выбирали блочный вариант просмотров результатов поиска. Таким образом, на единой страничке вы видели большее количество вариантов, доступных для бронирования. В случае необходимости переключения на срочный вариант, в правом верхнем углу над результатами поиска вы всегда можете переключиться на данный тип вывода результатов поиска. Для каждого экскурсионного маршрута доступна информация о включенных в стоимость экскурсиях и также о тех дополнительных возможностях экскурсионных, которыми ваши туристы смогут воспользоваться в рамках данного тура. Для перехода к бронированию выбранной программы нам необходимо нажать на активную ссылочку с ценой. Система нас переносит в информацию по тому экскурсионному туру, который мы выбрали для наших клиентов. Для того, чтобы ознакомиться с более подробной информацией о программе тура, вам необходимо нажать на активную ссылку программы тура. Система сразу же перенесет вас вниз странички, где вы сможете ознакомиться с различными дополнительными возможностями по туру, с полной программой по туру, что ваши туристы могут посетить, какие экскурсии с дополнительной платой будут предлагаться в рамках данного тура и сколько эти дополнительные экскурсии будут стоить для ваших туристов. После того, как мы с вами ознакомились с программой, мы можем перейти к бронированию непосредственно к информации по стоимости. Для этого необходимо нажать на активную ссылку к бронированию, нажав на которую, мы с вами сразу же переносимся в блок с ценами, где мы можем выбрать наиболее подходящий вариант для наших клиентов. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что для каждого варианта представлена информация об услугах, включенных в стоимость. В случае, если вы видите, что в стоимость включен, конечно же, авиаперелет, как мы и задавали в наших параметрах, трансфер и проживание, хотелось бы обратить ваше внимание на значок авиаперелета. В случае, если значок окрашен в голубой цвет, это означает, что вы выбираете тур на рейсах из свободной продажи, то есть динамическое пакетирование. В случае, если же значок окрашен зеленым цветом, это означает, что авиаперелет будет осуществляться на собственных блоках компании Pack Group. Для просмотра условий бронирования вы всегда можете навести мышку на активную ссылочку, по которой откроются все условия бронирования данного пакета. В случае, если мы выбираем, как на вашем экране представлено, тур на динамический тур, то есть тур на рейсах и свободной продаже, вы увидите, что стоимость авиабилетов нет, вы увидите, что изменения по выбранному
туру вносить после бронирования уже будет нельзя, так как билеты свободной продажи, и вы видите информацию о комиссионном вознаграждении. Для перехода к бронированию мы, естественно, нажимаем по стоимости, но хочу акцентировать ваше внимание на вторичные фильтры, которые присутствуют слева от стоимости по заданным параметрам. В данном вторичном фильтре вы можете как изменить даты, так изменить состав туристов, выбрать дополнительные фильтры, такие как авиабилет в наличии и отель в наличии, после чего необходимо будет нажать на кнопочку «Подобрать». Таким образом, в рамках данного тура с учетом измененных параметров вы увидите стоимость на новые заданные параметры. Хотелось бы обратить также ваше внимание на наличие в меню фильтрации дополнительного фильтра. Это специальные предложения. Вы можете выбрать либо все тарифы, либо различные СПО и акции. Для перехода бронирования нажимаем на активную ссылку со стоимостью и переходим непосредственно в корзину тура. Что же мы здесь с вами сможем увидеть? Во-первых, слева всегда будет расположен дайджест, в котором указана краткая информация обо всех услугах, входящих в стоимость выбранного вами тура. Для просмотра стоимости к оплате в правом верхнем углу необходимо нажать на активную галочку, активировать галочку «Показать стоимость к оплате». Таким образом, в дайджесте появится информация о стоимости для туриста, информация о размере вашей комиссии и информация о стоимости нетто, то есть стоимости к оплате. Непосредственно в корзине тура вы можете ознакомиться с информацией об авиаперелете, который был автоматически подобран нашими специалистами для ваших туристов в рамках данного тура. Здесь представлена наиболее важная информация, которая поможет вам в работе. Вы сможете всегда ознакомиться с тем, кем реально будет выполняться рейс, если авиакомпания летает по шер-коду. Вы сможете уточнить информацию о питании, наличии багажа, стоимости тарифа и также важная информация о тайм-лимите, то есть о времени, до которого необходимо выкупить авиабилет, также представлена в корзине на одном вашем экране. В случае, если ваши клиенты хотели бы воспользоваться другой перевозкой, то есть другим авиабилетом, вы можете развернуть выбор вариантов, то есть по щелчку на данную кнопку вы получите все многообразие вариантов авиакомпании, времени вылета, которые уже были подобраны с учетом всех особенностей тура, с учетом всех временных особенностей прилета, стыковок различных. Все это подобрано нашими специалистами. Вы можете быть уверены в том, что туристы будут в туре полностью удовлетворены, они будут пользоваться всеми услугами, которые включены, вне зависимости от того, будут ли какие-либо изменения по времени вылета, будут ли какие-то отмены рейса. Полностью ответственность за ваших туристов ложится на плечи компании Пак Групп. Для изменения класса обслуживания на борту вы можете воспользоваться соответственно фильтрами. В случае необходимости изменения времени вылета, либо ваши клиенты предпочитают перелет какой-то конкретной авиакомпании, все вы это можете отобрать в дополнительных фильтрах, которые присутствуют для авиаперелетов. После того, как вы выбираете тот или иной рейс, в корзине происходит автоматический пересчет, никаких дополнительных кнопок нажимать не нужно. Далее, чуть ниже в корзине представлена важная информация о всех услугах, включенных в стоимость тура. Для продолжения работы мы с вами можем использовать дополнительные кнопочки. Обратите, пожалуйста, внимание, что дайджест, который присутствует слева на нашем экране, можно перелистывать, то есть перематывать вверх и вниз. Далее, для продолжения бронирования необходимо нажать на кнопку «Продолжить». Следующим нашим шагом является ввод данных туриста. Обратите внимание, что авиабилеты, как и тур, в динамическом пакете вы можете забронировать без указания паспортных данных туристов. Все, что вам нужно для бронирования, это фамилия, имя, дата рождения, пол туриста, его мобильный телефон и почта, которую вы указываете для авиакомпании. В случае форс-мажорных обстоятельств авиакомпания будет предупреждать вашего туриста. Для перехода к внесению данных следующего туриста необходимо нажать на
собственно, следующего туриста, как это представлено на данном слайде. Далее мы заполняем информацию по второму туристу и чуть ниже на страничке можем выбрать, нужно ли визовое оформление для данного конкретного пассажира. Следующим нашим шагом является нажатие на кнопочку «Продолжить». И на последнем шаге, на четвертом шаге оформления мы вводим фамилию, имя менеджера, который создал бронирование, и контактный номер телефона для того, чтобы мы имели возможность непосредственно в кратчайшие сроки связаться с вами, с тем менеджером, который создал данное бронирование. После нажатия на кнопку завершения бронирования мы переходим непосредственно в путевку, с которой и будем уже работать дальше. Это не статичная информация, путевка – это целый живой организм, в котором вы можете продолжать работать и добавлять, аннулировать различные услуги. Итак, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это, конечно же, на поле туриста. Здесь вы можете ввести дополнительную информацию о ваших клиентах или внести какие-либо изменения, которые получит наш специалист, и в случае необходимости перебронирования авиабилетов обязательно с вами свяжется. Итак, что же такое наша новая платформа? Это высокая агентская комиссия. Обратите внимание, что комиссия по турам составляет от 10%. Максимальная комиссия 12%. Мы не используем никакие промо-тарифы. Мы предлагаем вам уникальную программу обучения по всем типам туров, представленных на нашем сайте. Наши сотрудники в 27 офисах смогут вам оказать квалифицированную помощь и поддержку в том регионе, в котором находится ваше туристическое агентство. Мы предлагаем вашему вниманию единую платформу для бронирования абсолютно всех сервисов, представленных в нашей компании. Коллеги, мы благодарим вас за внимание и надеюсь, что поиск и бронирование экскурсионных туров теперь для вас станет гораздо проще и приятнее в работе.